Сегодня в Туле в здании дворянского собрания прошла презентация уникального урбанистического проекта. В его рамках планируется благоустройство набережной реки Упы, а также создание вокруг нее единого историко-культурного пространства. Согласно эскизам, вдоль берегов расположится ландшафтный парк с видовыми мостиками, газоны, пешеходные дорожки, лавочки, детская площадка, фонтан. Инициатива возвращения Тульской набережной принадлежит губернатору. Сегодня, выступая на презентации, Алексей Дюмин отметил, проект имеет большое значение как для жителей города, так и для его гостей. Речь о комплексном подходе к обновлению и преображению самого центра нашего города. Реализация проекта повлияет на историческое ядро и социально-экономический облик нашего города. Центр Тулы станет единым историко-культурным пространством –